каким он парнем был. Воспоминания о Юрии Гагарине и первом полете человека в космос звучали и на торжественном митинге на набережной Саратова. У памятника первому космонавту собрались около сотни человек. По словам чиновников, для региона этот праздник имеет особое значение, ведь в подготовке легендарного полета принимали участие и саратовские ученые, инженеры и рабочие. Именно здесь, в Саратове, в нашей области, получил путевку в небо Юрий Алексеевич Гагарин. Сформировался как патриот своей страны. Именно труженики многих предприятий Саратовской области непосредственно участвовали в этой огромной программе полета в космос. И сегодня мы также с честью и гордостью говорим, что Россия и сегодня великая космическая держава –